видно даже этого, знаешь, этого ника. Настолько высоко ты сидишь. Еще не надо спать. На боку лежит. Раунд высокий, да, зараза такой. Выше даже тот, который на базе стоит. Подними выше-то. Не, я хочу вот это не с прицепа. А нафига? Не получится. Я его зацепить не могу. Некогда мне. Запить его не можешь. Так, блин, сейчас, подожди. Нет, он не зацепляется. Вот этот шарик, за который крепление должно, его нет. Я его попробую запросить. Прикинь, так в реальность настройки. Есть еще один способ. Ну-ка, подними эти. Я знаю, знаю. Сейчас эти подними. Стой. Сейчас я делаю, подожди. Слышь, здесь творится. Он здесь тебя ждет, слышь, за тягачом около забора, где я стою? Я вижу. Вот он тут тебя и ждет. Есть место для крепления, посмотри-ка. Нету. Он не крепится. А сейчас. Тоже нет. Да ладно, быть тому не может. Нет, нету вот, залезь, может, у тебя есть. Иди залезь. Давай. У тебя не было, у меня есть почему-то. Не, ну слышно, смешно, посмотри, посмотри, пока его не убрал. Как он там на заборе смешно завис, завис такой. Видишь, да? Видел? Или ты отошел опять? Что, у тебя есть? Ты посмотри, как он застрял, интересно. Да, он есть. Слышь? Смотри, как он смешно застрял на заборе. Пец. Это я его так это... Знаешь, там сбросить груз-то есть функция такая. Это я его так сбросил. Ладно, давай иду на эту. За мешалкой тогда. Эту отгоняй и мешалку гони сюда. Ух ты, ух ты! Мама! Это там, конечно. Её забагало. Yeah.
Я не могу технику с прицепом доставить. Куда? На базу. Так, у тебя там второй или первый прицеп? Не помнишь? Сначала первый отгоним. Нет, Убрался? не помню. Убрался прицеп, нет? В смысле, брался? Ну, нет, не убрался. Теперь прицеп как вернешь? Пока я могу не цепляюсь, я сейчас его на базу-то пыхну. Так, раз. Два. О, все, исчез, ну, слава богу. Все, можешь выезжать сюда. Ты, конечно, накосячил, блин. Бетономешалкой. С прицепом, да, и с прицепом, и с грузом технику нельзя перемещать. Надо знать же. Я еще, видимо, не все функции знаю. Ну да, вот я подсказал просто, что... Оп. Так, подей-ка-то у нас. Могу нет заехать. Чё говоришь? Могу туда заехать. Да ну, ты там давай это... попробуем. Да, пробуй. Посмотрим, как ты заезжать это будешь. Так мне интересно просто. Не получится, так это. Ну ладно, вроде заехал. Все, я застрял. Всё. Это самое... Клавиша со стрелочкой, я не знаю, как она называется, правда. Я заехал, нормально. Ну, давай. Только тебе сегодня не хватит. Да, получится. Ну, давай. Мы застряли, походу. Так, это у меня Вера, а? Как у тебя с раствором? Нормально, заливаю потихоньку. Я болью сродил.
Давай, подставляй. Стоп, я тут в этих клавишах запутался, так скажем. У меня на коробку, короче, запрограммировано вверх, вниз, крюк. Да каретка. Ну не каретка, как она там бывает? Тележка. Мы с тобой его быстро выполним. Все, хорошо. Пустая? Все это я возвращаю все или бетонки не хватит? Я не знаю. Ладно, вот это. Как-то. Там нормально заливается, ровно. Нормально. Где еще надо? Вот куда я кручу, поворачиваю, сейчас там нужен. Погляди-ка. У меня тут 33. Да, вот можно, вот. Ну, ты вот где? Лей на меня прямо. Давай, вот. Стой. Давай лей, все. Меня залей. Мимо льешь. Еще где надо? Куда поехала? Да, иди сюда, сюда. Блин, конечно, недоработка кранов, что плохо видно немного. Из кабины. Могли бы эту полоску поуже сделать. Вот. Так. Скажешь, когда над тобой будет. Я король насоса. Меня опять на базу ТП. А там, все, я думаю, на этом хорошая игра в эту игру. Че играть-то будем? Давай фермера.